Мы хотим перемен. Человек так устроен, он оптимист. Он все-таки надеется, что его ожидания сбудутся. С другой стороны, мы же не можем так же сидеть и пассивно ожидать. Вот, потому что вот за то время, которое прошло уже, даже вот за эти, скажем так, 11 месяцев, пока нету дуэмвирата, как называют, да, когда есть власть правящего одного президента, мы пока не заметили никаких изменений. Есть какие-то программы в правительстве, о которых народ не знает. Есть правительство, которое не знает о том, что же нужно народу. Вот эта связь, она разорвана, понимаете? То есть они защищают программы, утверждают их сами опять. Повторяется все то же самое, что было 30 лет. Поэтому для того, чтобы это изменить, необходимо, чтобы появлялись программы, появлялись люди, которые могут реализовывать эти программы.